А вот вы значит, начали с задачи о поиске периодических решений. Может, вот а что, из этой всей техники? Вот, как раз Борис Владимирович Логинов мне поставил такую задачу. Найти периодические решения вот этого уравнения. Но когда мы начали делать, замену Бакаля сделали, получилось у нас вот такую уравнение с двумя параметрами. И как мы не пытались с Жордановыми цепочками решить это уравнение, это самое, у нас не получилось сократить вот эти операторы гамма на А. Вот, поэтому-то и вот теперь этот полученный результат, он и может быть и применен. И он может быть применен, или все-таки какой-то есть. Нет, я пока это не сделал, честно говоря, только закончил вот... Проблема у меня была с гаммой, с построением гаммы. Обобщенный рефрижератор Шмидта не так-то просто. Если надеюсь, что переход был параметром, все это позволит... Нет, не позволит. Уже все, технология отработана. Если, как тот... Ну, результат пока не успех. А еще вопрос, почему у вас всегда разложение по эпсилону? Ведь часто бывает, когда выраженные ситуации, так сказать, разложение это по корням взяться, да, по дробным степеням и так далее. Согласен. Ну, здесь такая задача пока не рассматривалась, рассматривалась пока классическая задача. Да, зависит от того, какая невозмущенная задача. Я понимаю. Там уже поэтому, как непонятно, почему именно по эпсилону. Да, это уже нет разложения по эпсилону. Понятно. Надо быть уверенным, что приведение. Может, и цель. Да. Много аппарата разработано. Еще вот вы там обрывались, но это нет. Да, то есть можно дальше идти, да? Вот как-то. Ну, конечно, было. Длина. Да. Длина, граница вот этой сетки была бы конечна. Это обеспечивает. Вам просто как прикачивать пример, чтобы слышать, да? Ну почему? Это. Нет, ну вот когда дошли до третьего уровня. Это, ну конечно, это любого уровня. Ну, да, и одна сетка может быть вот быть. Там я не стал с графами. Здесь любой путь из этой точки, допустим, в любую эту точку. Берется точка здесь, берется здесь. И любые пути выстраиваются, любые. И вот то, что мы. А сейчас еще хотя бы сейчас решение в сети. Прикладное общается не возмущенной системы непосредственно отсюда, по идее же должно получиться магнит, так сказать. Как раз я и говорю, что вот эта теперь система может быть разрешима. Но просто у меня еще руки пока не приступили к решению задачи. Пожелать дальнейших успехов.